Добрый день. Я Гук Мария Евгеньевна, ведущий специалист по спорту Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Также по совместительству работаю детским тренером по волейболу. Сегодня я обращаюсь, во-первых, к родителям, которые, как тренер, которые видят, что их ребенок активен, спортивен, подвижен. Думают, что ему прямая дорога в спорт, но не знают, каким видом еще заняться. Я предлагаю, как один из вариантов, это волейбол. Интересная игра, захватывающая, увлекет вашего ребенка, а также отвлекет от компьютера и других сомнительных благ цивилизации. Я работаю в трех возрастных группах. Младшая группа детей – это 4, 5, 6 класс, мальчики и девочки. И старшие мальчики и девочки 8, 9, 10 класса. Тренировки проходят 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. С 3 часов тренировка длится 1,5 часа. Детским тренером по волейболу я работаю не так давно, 4-й год. До этого были группы общей физической подготовки. Но и за этот небольшой срок мои воспитанники уже имеют успехи. В прошлом сезоне ребята в старшей и средней группе, мальчики и девочки, заняли первое место в первенстве ДЮСШ по волейболу. В прошлом году и в этом сезоне мои воспитанники заняли первые места в районной спартакиаде по волейболу среди школ средних общеобразовательных. Более способные ребята входят в состав сборной района по волейболу и участвуют на областных соревнованиях школьных и взрослых. В общем-то, эти успехи, конечно же, придают нам сил, окрыляют и дают уверенность в том, что мы работаем в нужном направлении. Я в своих ребят верю, уверена, что мы добьемся большего. На свои тренировки приглашаю детей Погрузинской школы и Кошкинской школы. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 229-05. Конечно же, волейбол – это непростой, не из простых видов спорта, где от ребят требуется очень многое, но еще больше он дает взамен. И я думаю, что успеха добьются честные и хорошие ученики, лишь бы было у них желание и настойчивость. В сегодняшнем сюжете вы увидите часть тренировки, где будут моменты игры, отработка тактических моментов, совершенствование техники приема и передачи мяча. Если вас заинтересует этот вид спорта, я приглашаю на свои занятия.